Музыка, литература, документальное и художественное кино, а также живопись и плакатная графика оказывала большое влияние на сплочение и поднятие патриотического духа в годы войны. В экспозиции Десногорского историко-краеведческого музея представлены различные иллюстрации знаменитых советских художников военных лет. Призывать защищать родину, мотивировать солдат к победе и разгрому врага. Такие цели и задачи выполняли авторы в своих работах. Такие известные плакаты, как «Родина, мать зовет» здесь встречаются. Встречаются плакаты «За Родину», «За Сталина». То есть такие плакаты, которые призывающие всех от мала до велика встать на защиту своего народа, своей родины, своей страны. Московский музей Победы предоставил 30 плакатов времен Великой Отечественной войны. Первоклассники с интересом слушали рассказы о создании, значении и мотивах каждого плаката. Самый знаменитый лозунг Великой Отечественной войны «Родина, мать зовет». Именно он изображен на плакате Ираклия Таидзе, на котором он запечатлел свою жену. Этот плакат был создан в последних числах июня 1941 года. История создания плаката очень интересна. Сам художник рассказывал, что такой собирательный образ родился совершенно случайно. Услышав первое сообщение о нападении Германии на СССР, его жена Тамара Таидзе вбежала к нему в мастерскую с криком «Война!». Пораженный художник попросил жену замереть и тут же принялся делать наброски для будущего легендарного плаката. Рассказы о том, как было тогда, в годы Великой Отечественной войны, дети слушали с особым интересом. А на вопрос экскурсовода отвечали молниеносно. Их взяли в плен. Да, да, они попали в блокаду. И вот представляете, за Ленинград, видите, борются кто? Что это за солдаты? Какой армии? На сегодняшний день во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию. Дети часто ходят сюда, то есть на различные мероприятия, а именно такого рода мероприятия, историческое, да, чтобы дети посмотрели о событиях, которые были, прочувствовали это, опять же, то есть очень важно. Ну, я считаю, в этом есть очень большой, огромный смысл для развития нашей патриотической молодежи. Для детей, кроме экскурсионной программы, был организован просмотр солдатской сказки, а также творческая часть мероприятия, на которой дети сами изготовили плакат и с гордостью написали на нем «Мы победили». Мы все старались, чтобы победить немцев, даже плакат сделали. Ксения Вьюшкова, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ.